Давай. Нашел, блядь. Ну. Как ночка, парни? Вот ночью и надо было снимать. Лай, как тебе ночь? Зашибись ночь. Ты где спал? Это знаешь, как называется? Я не спал. Лодка день второй. Я ночевал. А что нам Рязанцев скажет, Игорь? А что, третий или какой у нас? Четвертый день в Панаме, второй день на лодке. Первая ночь на лодке. Прошла спокойно, без эксцессов. Все живы, пока. Да, единственный момент, наша задняя часть предлагает устроить референдум об отделении от передней. Но понимая узкость момента того, что там еда и питье. И ружья. И ружья. А у нас только газ и нефть, которая нафиг никому не нужна. Мы думаем, что нам придется договариваться с передней частью. Короче, пацаны. Что делать будем? На охоту. На охоту едем? Берем весла и погребли на охоту. Вань, ты скажи, как ты нашел этих панамцев? Они его сами нашли. Сколько ты там, говоришь, часов в интернете посидел? Мне кажется, Ваня на откате, блядь. По-другому тут никак. Панамцы, они сплоченная нация, все одинаковые. Вот остатки воды. Может, зуб почистим? Есть кого щетка? Или это роскошь в наше время? Андрюх, ну как тебе приключения на виражах? Пока справляемся. Мне нравится оптимизм, да? Ладно, все смеются, все хорошо, якобы. Один Манька грустный. Храпел всю ночь, падла. Серега чуть-чуть храпел, добрось, кто-то храпел, да. Ром, как в Дипмастере, тепло спать? Да, я хотел тебе сказать, что Дипмастер отличный костюм. Он меня грел всю ночь. Сейчас протухло. Да не протухло, она здесь лед был. Фу, а лед куда делся? Вы что, запах не чувствуете? Да это сам, это же без костей. Сначала кости, а это еще вылезло. Да пожалуйста, это нож есть. А я убрал. Мужики, завтракать. Я хотел этого маленького попробовать, каранкс. А вот красненький. Как там не очистить? Да, вот маленький не очищен. А? Рома, вот да. Это хорошо не. А у вас уже наточенные ножи, хорошо. У вас не как у меня. Конечно. Пацаны, шведский стол. Налетай, блядь. Ну, он канистру положи. Какой? Вот этот каранксик. Вот этот, да? Ну, по-моему. А, он поменьше, типа? Ну, он был поменьше. А дайте канистру, я порежу на ней, красиво. Блядь, а что, ходили, да, с ошибкой в море? А вот там мешки можно себе? Не, лучше не надо. Почему? На жрачке лежат, испортится. Да? Че? Ну, льда нету. А, льда вообще нету, да? Да. Нету. А вот в той-то же, в том контейнере тоненько был лед. Пожалуйста. Залетели коршуны. А ты тоже хочешь? Да, оператор. А? Вы я? Вот. Тоже хочешь? Невкусно. Пишешь? Ело, Данил. Ай. Ты намекаешь, что ему тоже пожать надо. Дай ему кусок. А давай этот дадим, мне кажется, этот не очень хороший. Нормально. Нормально? Ну нормально, жрать можно. Какой вкусный, интересно, снайпер вот какой. Бля, мне же стошнить начнет от этого. Отукачивать.
У снайпера более бедный вкус. Отдаваем снайпера. Но мясо более мягкое. А это кто? Каренкс. Да, а вот я его хотел попробовать. Салючис. Ебанили тоже нормально. Буду через силу жать. Ну ты посолись, тебе так не идет. Обкуни воду. Посоли воду, лучше. Кстати, нормально. Вкусно. Нормально, хуйня. Нормальная хуйня. Я соплями подсолил. Если кому надо. Ну бля, окуните этот кусок сразу туда. Вот. Не, ну далеко так отнесло, да, уже просто далеко да. Ром, порежь еще, пожалуйста. Мы были намного ближе. Есть охота. Мы четко видели корабль, проходящий вдоль берега. Сейчас его нереально даже увидеть. А ты че? Брезгую. Не то, что брезгую. Боишься, дрищ нападет? Ну, очки у тебя зачет. Странно, что ты не хочешь в таких очках. Ром, ну отрежь. Есть охота? Да? Есть охота. Макнуть бы как-то. Макни. Не могу. Макни, пожалуйста. Мне нравится Игорь, вообще он этот гнебал банк. Опять я, Игорь. Ага. Ну, посолим-то почетче. Почетче? Угу. Не ёбнуться бы ничего. А? Угу. Можно ветру набрать. Мне что такое ебальник сделал, а? Сейчас тебя ссадим с корабля. Мне какой... кажется, если сильно жрать захочется, то к этому времени она уже стухнет. Она уже без соли есть. Да лучше сейчас усесть, пока она нормальная. То есть... Грисать будем весело. А? Грисать будем весело. Да ладно, я на сей эксперимент поставил. Вчера еще. Угу.